залечила. Лануденко умерла после похода к гинекологу. Как сообщает Байкал Дели, в августе этого года на приеме у врача у нее выявили достаточно распространенное женское заболевание. Для устранения инфекции матери двоих детей была сделана инъекция лидокаина, однако с дозой переборщили. Женщина впала в кому, не приходя в сознание. Через месяц она скончалась. В настоящее время проводится служебное расследование. Увидеть Байкал и... Туристка из Австралии упала с горы, засмотревшись на священное озеро. Вчера 57-летняя женщина прогуливалась с группой по Листвянке. Решила забраться повыше, чтобы понаблюдать за видом на Байкал. И в какой-то момент она оступилась и упала. Спасатели тут же прибыли на место, оказали пострадавшей помощь. И с подозрением на перелом ноги горе-туристка была доставлена в больницу. Похоже, на этом ее отдых закончился. С пылу с жару вчера днем на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в поселке Баргузин по улице Дзержинского из-под крыши кафе идет дым. В результате пожара выгорела изнутри веранда, огнем была повреждена кровля кафе. Однако сотрудники МЧС со своей работой справились быстро и потушили пожар за 20 минут, чего не скажешь о горящих торфяниках и загубленной тайге.